Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня, кто вы посмотрел меня, вы, наверное, не ожидали меня увидеть так снова быстро. Кстати, по праву, я буду только в выходные снимать видосы. Вот, смотрите, это мой аккаунт. Как вы видите, здесь уже есть Ronin Ruffs. В бойцах, в принципе, я хочу БЛ себе. Давайте повыполняем с вами квесты. Надо 8 бит и одиночку. Хорошо, мы сейчас сделаем все. Подожди, меня приглашают уже видеть в команду. Какой вот гаджет, по вашему мнению? Я знаю, я там случайно взял, что отключенный комментарий, но, в принципе... Если вы за гаджет, вот эти бонусные очки, то ставьте лайк. А если вы за тот гаджет, за второй, за... Это... За... Как его? Как гаджет? Забыл, как второй там гаджет сейчас называется. Читка-тридж, вот. Сейчас, подождите, ребят, напишу. Сейчас, ребята, видите. Ну все, надеюсь, он поймет, я видео, видите, снимаю, пацаны. Здесь все хорошо видно, просто видите, у меня тут два телефона. Кстати, завтра я хочу... Завтра будем пики, я вам буду показывать нормальные. С нормальными бойцами, которые есть у многих. Сейчас застрелим дерево, попробуем. Да, видите, мы как застреливаем людей, ха-ха! Это, короче, мы бочку просто его прострелили, он продырялся там, выкатился, ну и сломался, собственно, это говоря. Здесь все хорошо видно, видите, мне тут не очень удобно снимать, но... Просто фармим ящички. Злой значок. Но я не знаю, зачем злой для этого нужен. Но вообще-то... Опа. Ломаем тут все. Всем хорошо видно? Просто вот я не атакую, чтобы... Да как? Подождите. Как джина этого убить? Все, видите, тут уже нить выскочила какая-то. Сейчас мы сломаем. Подождите ее. А! Да как? Че? А, нет, нет, нет. Блин, вот она меня убила, да? Почему он не сломался? Почему он... Он, получается, всегда должен ломаться. Та-та-та-та-та. 8 бит гуляет. Моя коробочка. Ковбойские скачки. Плюем мы. О! Ха-ха-ха. Ура. Кстати, наверное, когда... Я хочу, чтобы мне код автора сделали на 4 иночка. Ну, инка там, хотя бы мне, вот просто без разницы. Я хочу свой код автора, а пока можете Робзи вводить. Так как я Робзи люблю поддерживать, и было бы хорошо с вашей стороны, если бы вы тоже его поддержали. Поэтому, пожалуйста, поддержите Робзи. Я его так люблю, и вы, может, тоже смотрели его. Ну, поддерживайте, давайте все вместе тоже Робзи поддержим пока. Ну, я не знаю, я хочу себе код автора. Даже не знаю. Да. Минус 5, короче, я тут послился немного. Так. О, большой ящик, возможно, нам выпадет лего. Не, мне лего не нужно, я же говорил уже. Вот, кстати, наш клуб Победа Браво. Тут 32 участника, я президент. Все, брат меня обратно. Друзья, принял.
Я не знаю, ходить мне за тем ящиком или нет. Да, все, вам здесь просто нормально, у меня не очень-то светло, но... Чувак, вот. А, все. Ну все, видите, меня даже бывает прибивают окончательно. Да, е. Мне сейчас как мать. Подождите, мне сейчас снится, ребята, или как? Мне выпал, у, наконец-то! Нет, ну блин. Ничего себе, я так тебя ждал, уша. Надо обязательно скриншот тут собираюсь сделать, ладно. Потом покажу. Давайте сыграем катку за ладно. Тридцать четвертый боец моей компании. Добро пожаловать, у. Что ж. Начнем по полной заморозочку. Вот. Почему в основном тут метатели ходят? Да нет, тут метатели ходят в основном. Ладно, они друг друга убили, это хорошо. Вот зачем мы сюда котов бросаем? Бать его каток убьет тут, чтоб легче было, блин. Смотрите, меня брат в команду пригласил. Ну прикольно, слушайте, выбить вот так вот просто. Теперь у меня, да, у меня всеснежная команда, но... Сейчас напишем, что мы, как мой канал называется. Все. Вот такой вот красивый мне боец выпал. У меня вообще-то будет шанс, понимаете, загладжить, а я сейчас, получается, лука эпического, да, выбил. Ну, 56, кстати, по-моему, мне кажется, даже у меня процент не изменились. Вот то, что я у сейчас выбил. Я хочу всю эту пассивочку для него купить. Какую-нибудь для этого Эдгара. Да, мне уже там пишут, что я... Кстати, смотрите, вот... Ну и, ребят, давайте, в принципе, на этом заканчивать.
Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.